جمعت باش. چنین معنیها داشت شعر و گفتار و ترانه‌های محصلین صنف‌های 4 و 6 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 1 شهر پنجکند. بخشیده به 3 سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان با رهبری معلمان احمدوه منور و استمای رافیه جمع آمده ایدانه برپا نمودند. Сильные наши мальчики, желаем вам вырасти настоящими мужчинами. Всегда защищайте слабых. Хорошо учитесь, открывайте для себя что-то новое и интересное. Не расстраивайте и любите родителей. Уважайте девочек. С праздником! Желаю вам, защитникам Отечества, победу, процветания и мир бесконечного. 23 февраля, зимний день чудесный, 23 февраля, танцы будут песни, 23 февраля, пляшем погуляем, 23 февраля, папу поздравляем, 23 февраля, праздник начинается, 23 февраля, папа улыбается. С 23 февраля поздравляю папу я, как за каменной стеной, за тобой мы всей семьей. Папа, будь всегда здоровым, самым сильным и веселым. Мы гордимся все тобой, богатырь наш дорогой. Тарбияи ҳарбӣ ватандӯстии наврасону ҷавонон ба донишу малака ва таҷрибаи омӯзгорон вобастагии калон дорад. Бинобар ин, аз тарафи маъмурияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 дар синфҳои 4 ва 6 семинар чорабинӣ бахшида ба 3 солагии таъсис ёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. Почти в каждом большом и маленьком городе можно увидеть публичные концерты, парады, фестивали и другие тематические выступления. В подобных мероприятиях участвуют и дети, и взрослые, чтобы видеть своих отцов счастливыми и создать праздничное настроение. Военным и ветеранам в этот день особый почет. 23 февраля – День защитника Отечества. Этот день в нашей стране празднуют все. Мы любим нашу национальную армию. Национальная армия охраняет наши границы Родины. Национальная армия стоит за мир во всем мире. Слава национальная армия! День февральский 23-й. Праздник всех мужчин у нас. Пусть пока не просто дети, что пришли сегодня в класс. Девочки веселым хором нас поздравляют с этим днем. Им защитой станем скоро, очень быстро подрастем. Сменим мы отцов когда-то на ответственном посту. В день защитника ребята просто на глазах растут. Пограничник на посту долго смотрит в темноту. За спиной его страна в мирный сон погружена. На границе нос тревожно, ночью всякое возможно, но спокоен часовой, потому что за спиной наша армия стоит, труд и сон ее хранит, что богата и сильна наша мирная страна. Желаем оставаться вам такими же бесстрашными, лишь смелыми и храбрыми, и словно львы отважными. Это сей, это даль заревая, это травы, хлеба и сады. Это радость от края до края, это ты, моя родина, ты. Это горы, леса и озера, это реки, дороги, мосты. Это цвет неоглядных просторов, это ты, моя родина, ты. Это шахты, поселки, заводы, это парки такой красоты. Это песня труда и свободы, это ты, моя родина, ты. Справедливый по небам чистым, это наши славные полки.
проведение этого праздника своими корнями уходит в далекое прошлое. Впервые он появился в 1918 году как день рождения Красной Армии и олицетворил собой огромную победу под Нарвом и Таковом над германическими завоевателями. В 1922 году эта дата была официально объявлена днем Красной Армии, а позднее 23 февраля ежегодно отмечался как День Советской Армии и Военно-Морского Флота. А после распада Советского Союза дату переименовали День Защитника Отечества и праздник стал популярен. Для большинства 23 февраля больше ассоциируется с праздником настоящих мужчин, которые отмечают лишь немного в странах, среди которых Таджикистан, Беларусь, Россия, Киргизия, Украина и так далее. После распада СССР в Таджикистане 23 февраля считается не только днем защитника Отечества, но и днем образования вооруженных сил страны. Чудесный праздник в феврале страна моя встречает, она защитников своих сердечно поздравляет. А сейчас веселая песенка про трех танкистов в исполнении Хамидовой Фариштамо. На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной опять. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Там пробуд за слом поставлен прочный, там стоит и дальний восточный прогневой ударный батальон. У границы и дальний восточный прогневой ударный батальон. Там живут и песни в том порукой, нерушимой дружной семьей. Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой. Взрослым всем, где творит. Вам поклон сердечный сам, за душевное тепло. За наш мир он самый главный, в нем так мило и светло. Поклон вам низкий до земли, защитники и богатыри. Вас с праздником мы поздравляем и неба мирного желаем. Еще душистых трав луга, кола всех золотых поля. Любви, здоровья и удачи, чтоб только мирные задачи. Пришлось по жизни вам решать, растить детей, сады сажать. Хлеб сиять, строить города и быть защитным навсегда.
Наши юные мужчины, мы поздравить вас пришли, пожелать хотим здоровья, дружбы крепкой, много сил, чтобы в спорте и учебе всегда были лучше всех, чтобы во всех делах отныне был заслуженный успех. Мы желаем вам везения и желаний исполнений. Все девчонки без стеснений шлют свои вам поздравления. С Днем защитника Отечества! Поздравляем вас! Вы опора человечества, вы фундамент наш. Плечи ваши крепкие, твердая рука. Смелые и верные, речь ваша кратка. На земле без мужества людям не прожить. И героя звание нужно заслужить. Поздравляю с Днем защитника Отечества! Желаю доблести, отваги, стойкости, целеустремленности и хладнокровия. Оставайся таким же сильным, смелым, добрым, мужественным, искренним и верным. Желаю покорения новых высот, достойных побед и уверенности в своих силах. Поздравляю с Днем защитника страны. Желаю чистого небосвода и спокойствия мира в равноправии. Пусть вас окружает простое человеческое счастье, надежная дружба, верная любящая семья и открытые возможности. Удачи в делах! Поздравляю с 23 февраля. Желаю быть защитником своей судьбы, хранителем своей жизни, мирного неба и яркого солнца над головой, добра, любви, здоровья, сил, стойкости и бодрого духа. Наши дедушки, папы служили и служат сейчас в армии и на флоте. Они защищают нашу страну, чтобы мы могли спокойно учиться над мирным небом Родины. Дорогие гости, наши ученики подготовили вам небольшую сценку про проводы в армии. Вот, моя родня, я теперь поеду. Спасибо, что пришли провожать меня. А куда же ты, мой сыночек? Куда? Лучше бы ты не пошел туда, не пошел в армию. Служить в армии другие будут, они без тебя там обойдутся, не ходи. Не ходила бы ты в армию, братишка, лучше давай пойдем, ты мне сказку прочитаешь, поиграем в шашки, в шахматы, и ты мне еще по рисованию поможешь. Не волнуйтесь, там мои друзья, чем я хуже их? Мам, пап, деда, скажите им. Нет, не хуже. Я скажу откровенно, сынок, что это большая честь служить в армии. Они там тебя научат быть мужчиной. И не ходи туда, тебе не отвечай. Ты там станешь сильным, ловким и смелым. И ты станешь примером для других. Помни, внучок, как мы ценой своей жизни защищали от фашистов отчизну. Как победу отстояли и мирную жизнь завоевали. Теперь твоя очередь вспомнить долг. Твой самый главный долг – послужить Родине с честью и доблестью. Не жалей ни жизни, ни силы для защиты своей Родины. Как же ты там без нас будешь, Манюша? Хоть салатчик возьми, там покушаешь. Ты там одевайся потеплее и скорее. Вот возьми мой телефон, он тебе понадобится, пригодится. Ты с нами в скайп выходить будешь, и госслужбу свой ты забудешь. Я боюсь. А вдруг, сынок, ты там заболеешь? Кто будет о тебе заботиться? Кто будет тебя поддерживать в трудный час? Не забудь аптечку взять. А сегодня, брат, мы тебя провожаем. Желаем тебе честно служить Родине. И старайся стать сильным, отважным солдатам и поскорее вернись, возвращайся с гордой поднятой головой. Внимание, внимание всем автобусам! Ваня прощается с родителями, с родными и обнимает всех. Прощайте! Задумываться о том, что лежит в основе гражданской ответственности. А сейчас наши ученики и ученицы споют песню в виде частушки. Солдатушки, бравы летушки, где же ваши деды? Наши деды, словно победы, вот и наши деды. Наши деды, славные победы, орды наши деды.
Вот и наше мероприятие подошло к концу. Еще раз поздравляем всех защитников Отечества. Джамбади идонаров мушовиришую байма ориф оид бафани забони Руси Зарина Султонова джамбас намуда. Барох бариат омез горон ва хонандагони ке дар омуда намудани ин мафили идона сахмгузор хастанд бахой баландот. Ва исхор дошт ки боят дар хамаи муасисаои тасироти ба тарбии харби ватандусти диккати авалин дарача дода шават. Лидер нации, уважаемый Омали Рахмон, в своем очередном послании 23 декабря 2022 года, говоря о патриотизме, подчеркнул, что мы должны быть патриотами. И мы не должны забывать, что патриотизм является важным фактором развития государственности и общества. Пользуясь моментом, хочу поздравить всех наших отечественников, наших братьев, мужчин, наших дедушек, всех мужчин с праздником 23 февраля. И пожелать всем вам...